уйдет. Буян, купаться захотел? Дай его искупаю. Садись. Не для тебя, конь. Да уж ладно. Для хорошего парня не жалко. Одна плотва, и та маленькая. Петька, окунь! Видал? Ишь ты! Так ты у нас, Трофимыч, всю рыбу загубишь. Ничего, на развод оставлю. Но! Ты от берега подальше! Чё встал? Чего? На! Ну, чёрт! Ты чего? А ты чего? Тоже хозяин нашел. Кончей. Мой. А ну, слазь. Слазь, говорят. Ты что же, Трофимыч, думаешь, если батька у тебя председатель, так и ты нам командир. Петька! Петь! Беги, скорее домой, там батьку его бить будут! Турел, да Пятин говорит, под воду на позицию гнать. Да что я под воды-то эти, себе что ли? Наши с беляками бьются как? Голые, босые. А на смерть идут? За кого? Да уж известно. Значит, так бабы постановили? Ловкач. Ну вот, и до тебя, Буян, добрались. Буды Боролоя взяли, сосновка горит. А что, прорвались? Да в тыл вышли, понимаешь? Зрянь дело. Thank you.
Жив! А уж мы-то вчера думали не откачать, ей-богу. Жив. Жив? Это, что ли, находка-то есть? Она самая, товарищ комиссар. Ничего. Ну как, Петька, живем? Не Петька, а Федька. Федор Трофимович. Ага. Ну куда ж, брат, тебе? Домой, что ли? К батьке. Нету батьки. Убили батьку. Убили? Как так? Да подошли беляки к селу. А Аким скобло с Гришкой на батьку. Чего это они? Да совету Акима мельницу взял. А батька председатель был. Так, никого дома не осталось? Матка. Одна? Одна. Вот оно что. Куда бы нам его, а? На кухню, что ли? Во, это дело. Я так думаю, Матвей Иванович, ты при себе оставить. Повозочные бы. На тачанку. Маловато. Ну да ладно, давай. Поглядим, посмотрим. Обредить его надо, Василий. А то, понимаешь, виду нема. Мы это в раз, Матвей Иванович. Дом-то где, далеко? По шоше. Как? Да по шоше. Плохо говоришь. Не шоше, а шоссе. Неграмотные. Это как, не читать, не писать? А что мне твое писание? Сбруи за него дадут, что ли? Ладно, ладно. Нечем хвастать-то. Ты уж, Василий, займись им. А то куда его такого? Постараюсь, Матвей Иванович. Сбрую. Ну вот, хоть в бой. А бой-то скоро будет? Погоди, еще до боя дело есть. Какая буква? П. Не П, а П. Ну, П. Пойдет дело. А сейчас вот мы с тобой чайку попьем. Хорош, хорош, будет любоваться-то. Ты вот слетай-ка за водой. Давай. Не так. Ты ж теперь боец. Становись. Товарищ повозочный, приказываю вам отправиться за водой. Как надо отвечать? А вот как. Товарищ старшой, приказано отправиться за водой. Повтори. А ну у тебя. Ну нет, тогда не надо. Сам пойду. Как там? Товарищ старшой, приказано отправиться за водой. Товарищ старшой, приказано отправиться за водой. Молодец. Товарищ Комсомол, задержали там одного. Куда ему? Давай в штаб. Слушай. Ехал в исполком. А по каким это делам ехал в исполком? А по таким, что у нас кулаки председателя убили. Понял? Трофим Иванович из села до боли. Может, слыхал? Ладно, ладно, не разговаривай, иди. Шалел! Это Сабрин!
попадись он мне в другой раз, разорву! Молодец! Сила, парень! А вот и счастье погоню, в три шеи погоню, понял? Ты на каком таком основании стрелял в эту? Ну как его, Гришку? А как же его? Может, мне с ним поговорить надо бы. Тебе с ним? Чего? Кого, насчет гороху? Не догнали, товарищ командир? Ушел! Да ведь у него конь-то... Кто был на карауле? Бондаренко. Взять под арест. Слушаю. Ну вот. Ушел. Ты слово такое, дисциплина. Слыхал? Нет, не слыхал. Да. Рано. Рано, брат, в вояки вышел. Ладно, иди. Звезда. Вот полететь бы туда, узнать бы, что там, а? А что там? Ни черта там нет. Нет. Там в книжках-то пишут. Тоже люди водятся. Вроде на... Брехня! Да как бы там люди были, они плевали на нас. Цыплина! Цыплина! Да что мне гада-то этого целовать, что ли? А ну вас всех. Уйду. Что ж, вольному воля. А зря. Обижаться тут нечего. Ты что наделал, ты понимаешь? Разорву. У меня в Донбассе ты паренек. Вроде тебя. Зубастый тоже. В часть бы. А ты где? В части есть. Не, в строй бы, чтобы коня дали. Ну что ж. Пиши. Пиши заявление. Да неграмотный же я. Ну вот, видишь. Ну, подожди, подучи малость, тогда и в строй. Давай на тачанку. Стрелять будешь? Нас видно будет. Держи. Своим-то голова. Thank you.
Здорово ты их, Вася, а? А ты что же думал? Дай я пальну разок догонку. А чего зря палить-то? Ушли, видишь? А если вернуться дашь? Там увидим. Что бы вернулись? Угощать чем будешь? Да, ладно, и. Бомбу? На, возьми. А патрон? И патрон возьми. Пошли. Федька! Федька! Какой я тебе Федька? А как? Федор Трофимович, вот как. Эх, шишка какая. Вместе рыбу глушили, а теперь видал какой. Да он теперь где у нас? Панька, спроси у него, из пулемета стрелял? Федор Трофимович, а из пулемета? Из пулемета. Много? Много. Раз. И махнули, Трофимыч. Откуда ж сто? Заходи, Василий Петрович. Важный начальник. Ого. После Будённого Ворошилова самый главный. Ребята, идет. Здорово, бойцы. Гляди, с бомбой. Не бомба, а граната. Садись, Вася, обедать будем. Ваш? Мой. Ничего, парень. Из пулемета-то, правда, еще не того. Да не беда. Надо будет, одолеет. Вот грамоту-то малость осилил. Осилил? Василев, вот мы сейчас. Ну-ка, Трофимыч. Покаж. Ты что нацарапал-то? Не разобрать. Неужто? Ладно, ладно, Вася, будет тебе придираться.
Давай за стол. Чем богат, Василий Петрович? Ничего, мамаша, мы люди свои, и на этом спасибо. А ты, Вася, поменьше говори, побольше ешь, а то картошка-то стынет. Ну вот ты, Трофимыч, и дома. Осиротел наш дом, Василий Петрович. Трофима-то убили. Слыхал. Погоди, мамка, поплатятся они за батю. А вас как, не трогали? Да замучили. Аким скобло донес, постарался. Каждый день таскали к офицеру на допрос. Хлеб очистили, корову угнали. Уж думала, не дождусь я вас. Вы теперь-то нас не оставляйте. Эх, мать, плохо ты нас знаешь. Буденовцы народ такой. Буденовцы не отступают. Верно, Федор, не в наших это правилах. А вы сами-то далекой? Мы-то с Кубани, кубанской. Да что Кубань? Вот загоним белых, в Москву поеду. Чего так? В летную школу. Летчиком, понимаешь, хочу. Ага. Сорока, собирайся. Чего там? Приказ в разведку. Да куда ты, Федька? Надо. Надо, мамка. Повторяю, белые подтянули новые силы. Командирам дивизии нам дано задание проникнуть в тыл противника и выяснить перегруппировку частей в районе села Буды-Боровое. Ясно? Так вот, товарищ, задание нами должно быть выполнено с честью. Как всегда и все выполняют буденовцы. Небесное. Ну-ну!
Ай, клинцы! Нельзя! Красные! Ну-ну! Дежурный по штабу? Доложите! Прибыли Буда Боровое, сводной офицерской, 25-й пехотной, 3-й пластунской. Так? Опять гости. Ну да, гости. Кто говорит? Говорит начальник штаба 5-й казачьей. Господин полковник. С полустанка Ольховка кто-то говорит от вашего имени. Служу. Говорит полковник Степанов. Алло. 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 Там что-то неладно. Сообщите полк, чтобы немедленно выслали на полустанок конный взвод. Ну-ка, хозяин. Когда прошел на Буда Боровое сводной офицерской? Так что... Больно. Резать будешь? А ты думал? Куда? Дурак ты, дядя, погляжу я. Резать. Да у нас за такие дела... Ну-ка, Федька, растолкуй. У нас, знаешь как, у нас, ежели самовольно кого тронул, пальнул, к примеру. Угу. Так хоть будь ты герой, хоть кто, а и счастье вон. Пошли. На предохранителе балда. Народ! Сила! Я тебе покажу, сила. Огонь. Смотри, солдат! Thank you.
огорчить, Матвей Иванович. Белые обошли ответ. Как? Ты в мешке сидит. Вон, видишь? Вот, лес! Повторяю, пройдет Буды Боровое, переброшены три полка. Белые готовят внезапный удар по правому флангу. Мы в мешке. Ясно? Ясно. Направление ты держи на клинцы. А через фронт... А через фронт, Матвей Иванович, там видно будет. Да-да. Конечно. Ты, Василий, понимаешь, на что идешь? Ну да знаю, на тебя положиться можно. Давай. Есть. Пожалуй, еще кого надо, Матвей Иванович. А то мало ли что. Дозвольте взять моего хлопчика, Петьку. Кто ты, куда его? Да ведь он, Матвей Иванович, места эти крепко знает. И боевой не сдаст. Так что, Федор, ежели что, смотри. Дело ведь знаешь какое. Да что я, маленький, что ли? Достал, Матвей Иванович. Ну, Василий, на Бога надейся, а сам не плашай. Есть, товарищ комиссар. Ребят, на чеку. Не разговаривать, не курить. Это все в порядке, Матвей Иванович. Может быть, глубже в лес уйти? Нет, брат, до ночи об этом и думать нечего. Сразу заметят. Только бы Васька дошел. Должен дойти. Ему не в первый раз. Я Ваську знаю. Дойдет. Фельдшеру. Ой, ой. Ишь ты. А ну, вертай. Значит, Харитоновку едешь? Харитоновку, ваше благородие.
фельдшеру. Ну, езжай. Ну! Трофимыч, вот мы с тобой и встретились. Здорово. Значит, в молчанку? Что ж, можно и так. Только зря. Никому это никогда не помогало. Ни вашим, ни нашим. Зря. Ну, молодой человек, вы как? Тоже глух и нем, ничего не вем? Или поговорим? Поговорим. Вот давно бы, а то что же это? Итак, какие части? Эти, как их? Ну? Да эти, которые... Которые ваших бьют. Смеешься? Какой тут смех? Боевой ты. Попробуй поговорить по-другому. Дядь. Слушай. Довоевался, Федор Трофимович. Бежим, потом бах, Васька упал, я к нему, Вася, а он ходу говорит к нашим, скажет, что тут народу мало, прорваться можно, а потом в обход лесом, сам говорит,
а из боку кровь. Ну что ты, Федька? Эх ты, буденовец. Погоди, выручим Ваську. А где это, далеко? Нет, недалеко. Ну-ка, давай посмотрим. Вот так дорога. Харитоновка. Вот тут, видишь? Харитоновка. Ну, вижу. Так не доходя, около леса на поляне. Народу, говоришь, мало? Человек 20-30. Давай седлась, сейчас же и выступаем. Выручим Ваську, а там на клинцы, в обход. Лесом. Проводника бы найти. А я? Слепой, что ли? Да я почище кого места эти знаю. Конечно, Федор, первое дело ты. На, собирайся. До заставы доведешь? Доведу. Ну, а там сами дорогу найдем, по карте. Давай седлать. Есть. Не верится мне, Федька, что помру, знаешь. Помру, сказал тоже. Вот погоди, загоним этих, еще с тобой в Москву поедем, Вася. Ну как, Василий? Вася! Ну вот, товарищи, хороним Ваську. Вась, Василия Петровича Сорокина. Он был честный боец, Вася, верный сын трудового народа. За трудовой народ, за народное счастье, за родную, непобедимую советскую власть отдал он свою жизнь. Хороший был он парень, что говорить. И вот, поди ж ты, убили, замучили. На испуг берут. Испугать хотят, а? Это кого испугать-то? Большевиков, буденовцев? Так, что ли, ваше благородие? Не выйдет. На место каждого погибшего бойца придут десятки, сотни других. Не выйдет. Ну, Вася, прощай. Взяли бы с собой. Да сам понимаешь.
Уровень 30-0. Уровень 30-0. Прицел 120. Прицел 120. Огонь! Приготовиться. Надо взять батарею. Будем пробиваться с боем. Подмогу, а то плохо дело. Совнут. Направление прямо вперед, на Клинцы. Есть, товарищ комиссар. Пулемет! Мишка до последнего. Есть. Вот, в цепь! Ела. Гони за мной! Подерни ленту! Гони, говорят! Ленту! Куда? Назад! Назад, говорят!
трибунале разберутся. Ну, кругом, марш! Федор!